Что, друзья, всем, как говорится, привет. Поворошим этот дьявольский вертеп, эту адскую рулеточку. Может, поднимет нам кто настроение сегодня? Я очень крутой, серьезный человек. Чего ж ты пропал, Федорович? Здрасте. Вау. Здорово. Как дела? Отлично. А ты откуда сама? Из Минска. Из Минска? Да. Да, так классно. Привет тебе, серебряночки тогда. Ну что, чем ты здесь занимаешься, расскажи. Смотришь на все на это. Ты на уролога учишься, нет? Нет. Нет? Нет. Так а что здесь делаешь? Ну мне... Просто интересно, я без всякой корысти спрашиваю, мне реально интересно, что здесь можно делать молодые красивые девушки. Ну, да, ты видишь, как оно? Ай. Может, тебе спеть что-нибудь такое? Нет? Ой. Ну, спой, ладно, блин, раз напросился, что ты уже? Можно я чё? Ее глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. Ее упреки, вестники прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то ангелы кричат: прости, прощай, плавится душа, как свеча разлилась по сердцу печаль. Я навеки твой, ты ничья. Для тебя. Спасибо. Там еще кто-то засветился тоже. Привет, передавай огромное. Там подруга сидит. Подруга, подруги, привет, действительно. Спасибо. Девчон, вам настроение хорошего. Ты круто поешь. Спасибо, девчат, спасибо. Счастливо. Да. Пока. Так, так я... А что, у тебя женщины нету, что ли? Почему? Ну, не знаю, ты такой... Одинешенький выходной день сидишь. Нечем тебе заняться. Нет женщины, чтобы в парк сходить, за ручку подержаться впервые в жизни. Женщины — это очень-очень дорого и невыгодно, понимаешь? Согласен. Но надо делать так, чтобы выходило дешево и бесплатно. Это очень плохие женщины, поверь. Тулова! Покажи мне свою Тулова. Здрасте! Здрасте! Как дела, девчата? Отлично. А что? Одна, главное, довольная, вторая недовольная. Вы что, там погнали вдвоем или что? Вы определитесь. Я не понял. Вот, улыбаемся все вместе, весело и машем. Улыбаемся и машем. Ты так часто улыбаешься. Чего ты говоришь? Что ты так часто улыбаешься? Блин, девчонки, на самом деле, ну, так мало всего хорошего, что приходится самому себя веселить. И я смотрю, что вы сидите грустные, я улыбнулся, и вы вдвоем заулыбались. Ну, это разве это не... Вот, смотрите, разве это не радость? Ну, я еще знаю, что еще будут улыбаться люди. Ну, хотя бы сейчас, ну, блин. Да? Я еще и спеть могу? Ну, давай. А знаете такую группу... Чего-чего? Только недолго. Не понял. Ладно, ладно, мы шутим. Поэта обидеть, знаете, как легко творческого человека, амбициозного. Не думал. Ну вот, вас обидели, вы перестали улыбаться. Вы еще переключите меня, возьмите, я заплачу вообще.
Ну давай же, блин, пой! Так а что петь? Да что-нибудь, да что умеешь? А знаете группу 7B такую? Нет. Что вы, как вы живете, что за поколение, блин? А якую знаете группу? Только батарейку знаете? Бать! Батарейку жуков, что? Да? Только батарейку жуков знаете, все. Не знаю. Знаем. Не знаем. Знаем. Не знаем. А Лепса хотя бы знаете? Лепса знаем. Якую песню знаете? Я уеду жить в Лондон. Вот это классная песня. Но я ее не буду петь, я спою другую. Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье не за горами, оно там, где хотят. Зачем же мы потерялись среди историй ненужных? Надежды не оправдались, никто не виноват. По дороге одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой, орлы или вороны? По дороге одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой, орлы или вороны? Классно. Вообще супер. Я старался для вас, девчата. Видите, вы улыбаетесь, классно. Никто не пел. Да. Пока вам, я дальше пошел. Удачки вам, счастливо. Так ты завести кого-то хочешь себе здесь? Или хочу завещаться посмотреть. Да не, я ржу здесь хожу. Как и как ржется? Ну видишь, да ты только зашел, и тут сразу ты начинаешь мне философские темы и на умные мысли наводить. А ты так можешь? А полезное что-нибудь можешь сделать? Могу. А? Могу. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. А ты типа рэпер, да? Давай. Что давай? Я не рэпер, я обычный простой парень с гитарой. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом. В доме горит свет. Ну вот так вот это было. Чё ты мне будешь играть? Оба-на, какая ты дерзкая, не? Чё ты мне будешь играть? Чё ты мне будешь играть? А чё, я должен играть тебе что-то? Как же вот так? Здрасте. Привет. Привет. Давай. Че, в армии, что ли? Ну да, давай, сваргай, что ли. Да вы заколебались. Одни вояки, блядь. А кто там? Покажи, что там есть. Звучка добавил. А? Пока. Мы же звучка добавим. Ты один там? Да, нет, мы вдвоем. Ага. На посту? Надеюсь, не на посту. Да. Где? Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах, пропади моя тоска, вот он я, привет, войска, их рельсы поезда, как я попал сюда. Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке, жизнь снаружи и с изнанки, сам попробуй изучи. Для печали нет причин, не просто быть собой, когда шагает строй. Только сердце птицы бьется, и ликует, и смеется, и ему не удается под конвоем петь в груди. Знать бы, что там впереди. Блин, как классно. Ну, жил?
Не, парни. Не довелось. Не надо. Уже поздно. Уже все. Счастливо, счастливо, пацаны. Удачи. Давайте. Не договоримся мы. Здрасте. Привет. Спасибо вам, что не переключились, что меня послушали. Я очень рад. Хорошего вам настроения и всего лучшего. И вам тоже. Счастливо. Здравствуйте. Тихо. Давай, тихо, пой. Тихо, будем петь. Сейчас все вместе. Хорошо. Весим. Хорошо. Что будем петь? Вот так вот, да? Ну, ясно. Ну, да. Ну что-нибудь, все, что сразу ассоциируется с нами. С вами? Блин, у меня только одно. Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно, как виденье. Каждый день ты проходишь мимо, как виденье неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, а я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. А знаешь стихи Есенина? Так. Заметался пожар голубой? Нет. Нет. Очень жаль. Ну, прости, ну я виноват. Виноват. И вот давай ты в следующий раз вот выучишь, и потом мы с тобой встретимся. Хорошо. Пока. Пока. Хорошо. Здрасте. Привет. О, какая вы загадочная мадам. Что вот вас сюда привело, расскажите? Да, я просто хочу найти, с кем сейчас встретиться. О, а здесь так можно? Ну, не знаю, я с одним... Да, с одним парнем, даже, может, двое парней. Хотя нет, с одним парнем я уже встретилась отсюда. Я тут развлекаю народ, у меня очень серьезная миссия. Так можно меня послушать немножко? Ну да, конечно. Ты готова? Да. Гордость полными вагонами, золотыми погонами с юга дуют. Молодые ветра, взрывая в клочья облака, не забыли шлют издалека из дома мама. И не последняя любовь. По небу бегут, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я. Это может нас ждут, это может нас поют свои. Эй, нашла коса на камень, идет война на память след. Нашла
косанок камень, идет война на память след. Нашла косанок камень, идет война на память след. Нашла косанок камень, идет война. Вообще классно. Для тебя, вот честно. Вот захотелось спеть, я спел тебе песенку, чтоб ты заулыбалась и не грустила сегодня. Спасибо. Счастливо тебе. Всего хорошего. Спасибо. Давай. Вот слушай, в конце рабочего дня своего, да, в чате, ты узнаешь, что я был самым общительным и самым интересным человеком в этом чате. Больше ты здесь никого не встретишь. Ну что? Подходит к концу наша рулеточка. Это бесконечное колесо судьбы. Нормальных тебе продашь, чтоб ты все чехлы свои продал. Вы же понимаете, что я все комментарии читаю, абсолютно все вообще комментарии ваши, блин, порой просто со слезами. Порой просто со слезами на глазах я сижу, улыбаюсь, и ну так вот, вот. На самом деле, если б не комменты, то ничего ну, не писалось. Очень важно. Не надо никакие лайки, никакие просмотры. Без с ними, но вот. Я вижу, что людям интересно, людям ну, радостно, люди улыбаются, там смотрят, смеются. Тот понравился, этот не понравился. Очень здорово. Скажи, малой. Спасибо реально каждому из вас, вот за... Спасибо реально каждому, просто каждому.